27 декабря, в День спасателя Российской Федерации, губернатор Игорь Руденя вручил государственные награды сотрудникам Главного управления МЧС России по Тверской области. На месте побывала и наша съемочная группа. От имени жителей Тверской области глава региона поблагодарил сотрудников ведомства за самоотверженную службу и готовность любую минуту прийти на помощь. Это призвание, это мужество, это готовность рисковать собой ради других. И это является для спасателей нормальным состоянием. Это норма жизни. Сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области своим опытом, личным примером вносят огромный вклад формирование высочайших стандартов работы российских спасателей. На торжественной церемонии представителям пожарно-спасательных частей Верневожа были вручены медали за отвагу на пожаре. Свою награду получил водитель 4-й пожарно-спасательной части Иван Власов. Иван работает с 2001 года и отмечает, что своей работой доволен, считает ее интересной. Бывают различные тренировки, бывают занятия какие-то интересные. Но в целом работа насыщенная. Вот. Ну, не исключаем, конечно, и какие-то там серьезные происшествия, там пожары, те же самые лесные пожары, торфяные. Свою награду получили молодые сотрудники. Медаль за отвагу на пожаре присвоили Александру Цветкову. Он признается, что о профессии мечтал еще с малых лет. Вот с детства очень нравилась эта профессия. Всегда хотел помогать людям, спасать жизни. Наградами были также удостоены пожарный 1-й пожарно-спасательной части Ярослав Королев, старший пожарный 3-й пожарно-спасательной части Павел Петров и мастер пожарный специального пожарно-спасательного отряда Дмитрий Регионов.